Привет, друзья! С вами Rush на Линдзука и Алексей. Всем привет! Мы продолжаем прохождение кооперативных миссий в игре Splinter Cell Blacklist. А в этот раз мы решили попробовать миссию с участием Кобина. Это тот русский, по-моему, русский этот контрабандист, там оружейный барон. Вот, по идее, он должен сегодня помогать нам. Точнее, Алексей должен, наверное, за него играть. Вот. А до этого все миссии были за Брикса, но вот мы решили попробовать, что за миссии с Кобиным. Вот. Значит, миссия называется «Плантация опия». Ну, кстати, неплохое название. Остановите торговлю оружием и наркотиками, устранив всех врагов при обнаружении вражеского подкрепления. Ну, убить все подкрепление тоже, наверное, да? А, точнее, при обнаружении уничтожите вражеские подкрепления. Ну что ж, начинаем. Желайте нам удачи, чтобы у нас все получилось. Надо проходить тише, чтобы нас не обнаружили подкрепления всяких там. Ну да, это понятное дело, что всех просто устранять по-тихому и все. Как обычно, мы играем первый раз, потому что тут как бы так сделано, что когда ты проходишь миссию какую-то, она потом уже закрывается, открывается новая. Соответственно, мы играем во все миссии первый раз. Может, там, конечно, можно переигрывать через опцию, если заходить отдельно, но мы так не пробовали. Ну да. Так что все, скажем так, слепой летсплей это называется. И что тут у нас, Грим? Самодостаточная структура. Штатные сотрудники работают на полях и живут в деревне. Полная изоляция. Убей всех, а местные скроют следы. Еще что-нибудь? Я бегал. Работайте тихо. Поднимите шум, и подкрепление придет в момент. А нам это не нужно. А, ну все понятно. То есть смысл в том, что задание просто дает этот Кобин, да, мы с ним как бы... Да, там была катсцена, то есть Сэм с ним договорился, там, то есть он сказал, выдал ему координаты его каких-то бывших друзей, там, по подельников. А понятное дело, что он же все-таки не шпион, чтобы тут лазить, да? Ну все, значит, везде будет Брикс, получается. Ну и нормально. Ну да. Не надо будет картинку на превьюхе меня менять тогда. У тебя новый что-нибудь появилось из снаряжения? Нет, ничего. У меня все куплено полностью, в принципе. Я себе тут маленько апгрейдил, пистолетик там новый взял. В общем, я не стал брать арбалет, потому что у тебя арбалет с усыпляющими патронами. Я решил себе так как шокера оставить пока. На кооперативной миссии. О, захватить чувака надо. Так, ну-ка давайте-ка просканируем местность. Так, стоп. Он единственный, что ли? Ты наверху что там делаешь-то? А я тут нашел какой-то подъем, залез сюда. А, он далеко, слушай, пошли, он очень далеко. Ну что, устранишь его? Иди сюда. Да, сейчас сделаю. Подожди, не убивай, я его вручную убью. Я тебя понял, я так на всякий случай. Так, иногда будем пользоваться устранением тоже. Короче, тут вот этот треугольник, он не только убивает, но и также зарядами стреляет. Если несколько врагов будет, то я их... Тут, кстати, проход понюху есть, давай где-нибудь найдем. Так, ну что там, я вижу тут кого-то. Ты понял, запонял? Ну давай я поверху пройду, потому что здесь проход есть. Иди сверху, я снизу, да, чё тут? Нет! Фух! Чё, чуть-чуть не запалился? Ну, вообще чуть-чуть, блин. Все нормально, всё. Хорошо. Обойти, что у нас тут? Наверное, я зайду в здание, пожалуй. О, там наверху у меня есть цель. Кстати, когда поднимаешь тревогу, то цель тоже хрен захватишь. А, все, я тебя понял. Поэтому мы должны тихо ее захватить. Я тут просто проходил сюжетную миссию, и там был у меня косяк в этом в поместье там. Тупанул, меня определили, и захват сразу исчез. То есть он убежал, видимо, этот чувак, я не знаю. Мне тут сверху делать нечего, лучше снизу. Я тут наверху зачищаю потихонечку. Ага. Давай там аккуратнее, чтобы не запалили. И когда ты... этого хрена-то захватим, там-то пофиг будет. Гляньте сюда. Ну, да. Я почти рядом с тем местом, где он находится, так что можешь сейчас... Я тоже рядом.
Ты там убиваешь или вырубаешь? Что делаешь? Убиваю. Ни звука. Я по-тихому пока. Нейтрализую. Так как мне туда забраться наверх только? Вот чем вопрос. Тут синхроподъем, Лёх. Только будешь готов. Бля, а я уже наверху. Сейчас я, короче, к нему надо бежать. Да у тебя тайник, я вижу, да? Ой-ой-ой. Осталось 5 бойцов противника. Фух, чуть-чуть 5 не запалили. Сейчас, секунду, я тут просто поверху бежал. Так, тут двое, блин. Я тайник заберу, кстати, рядом с ним. Тайник найден, Грим. Браво. Тебе лучше надо будет все-таки спуститься вниз и нам, наверное, синхроподъем сделать, потому что тут будет, наверное, удачней через окно залезть. Туда, где чувак, которого надо захватить. Или мы на крышу попадем, я не знаю. Ну давай, я рядом с тобой как раз вот уже тут недалеко. А, мне здесь птица. Там у тебя кто-то один, да, остался еще или лежит? Черт, они там труп нашли. Блин, вот это хреново. А как они на него отвлеклись? О, ты наверху почти, давай, поднимай. Да, в принципе, я забрался, так что не парься. Вот, нормально уже. Ты можешь этого чувака захватить? Сейчас я его захвачу. Блин! Ёлы-палы! Подожди, а что, меня забыли? Давай, врубай его! Есть! Отойди, чтобы не убили его! Давай, блин, ты не стреляй в него! Убей, ты не стреляй в него! Ха-ха-ха! Аптечка найдется! Они убили его! Убили, ёпта идти! И меня убили, всех убили! Некогда валяться! Облажались мы. Вот, блин, к тебе пошел и все, и снова правда. Теперь нам больше врагов устранять придется. Ух, нифига, их тут просто дофига больше. А может мы это с контрольной точки начнем? Так, я, пожалуй, на оружие вылезу. Ёлы-палы, вылез наружу. Как лезть? Как ты сюда залез? Всё, у меня смертельная рана. Блин, так хорошо начали, а? И такой косяк. Сейчас пощипим. Да не говори. Спасибо. Еще мы чуть-чуть, Дрикс. Блин, у тебя что, яйца не электролизуются, чувак? Пипец, блин, не попадает и все. Сверху стреляет. Блин, жесть. Да нет, так неинтересно. Надо перепроходить. Да. Не сдавайся. Стой. Ну все, короче, ладно, перепроходим, знаете. Там оставался, да, один враг, что ли, я не знаю, там. Ну там три врага, ну, блин, просто зацепли как-то. Нормально, ладно, сейчас пойдем. Надеюсь, этот сейчас тип не пропадет, который надо было захватить. Да не должен. Ну, сейчас все вообще заново начнется, наверное, да? Эта локация. А вот это я не знаю. Наверное, ну ладно, так же действуем, я понизу, ты поверху. Да. Пока всех не устраним, к этому не подходим, да и все. Да. Ну да, с того начала. Ну ты сам справишься, я пошел больше. Да, тут особо тут. Ну, кто-то там убил.
Моя жертва идет. Враг убит. Ох, по горло ножом. Не понял. Я запалился, ёпта и тить. Мне кажется, я запутался. Или ты? Вас заметили и вызвали я подкрепление. Ну без да, они такие стреляют. Меня не видят. Граната! Граната! Да! Ну ладно, рестарт, нажимай сразу. Да, все, давай сразу рестарт. Что-то вот со щитами будешь, это уже не что-то. Мы должны зачистить по-тихому. И никак не иначе. Чисто то. Надо нахер газ сразу сейчас применить. Пускай спят. У меня тоже. У меня этот, ну, бомба с газом есть. С усыпляющим. По мне так, самое лучшее, это пуля в голову и все, и они умирают сразу. Быстро, бесшумно, с глушителем там. Ну, знаешь, шокер тоже даже в тело сразу же. Ну, тоже согласен. Пули можно нечаянно его ранить и все. Тихо. Я попробую сейчас устранить сразу троих, да и все тогда. Если я их, конечно, увижу всех троих. Так вот первый. Где остальные? Вот второй. Блин, их тут что-то особо сюда недалековато находится. Далековато от меня. Надо убирать быстро. Грузовик скоро будет здесь. Ну-ка. Так, двоих вырубил. Тут еще кто-то я есть? Тоже двоих уже. За третий. Сектор почти зачищен. Их осталось. Вот, осталось пятеро. Надо их всех убить. Ну что такое? Не-не-не-нет! Двое, я не знаю, что делать. А, мне же есть демонисты. Тихо. Враг убит. Ох, минус два красивые, а? Объект у меня, он готов. Можно. Что там красный появился? Заточка. Там последний чувак остался, или нет? А, ну все, того, короче, я скрутил. Я понял, вам, короче, щитом оттолкнул чувака как-то убить. Со спины попробуй. А, ну все, сейчас без проблем сделаем, я уже сзади к нему подхожу. Давай, потому что нет, никак. Он тебя увидел? Нет, он меня увидел. А чё же он не заснул-то? Не знаю. Ёпты, эти бонусы лишились за это, ебать. Он не слышал это, блядь. Сука. Да блин. Что он взял? Капец. Вот это о, вот. Нифига их там толпи. Я не думал, что так получится, Лёх. Да я ладно, думал, сейчас он уснёт сразу от газа. Не-не-не, запомни, все чуваки, которые в шлемах, они не засыпают. Понятно. Надо сначала шлем сбить, а потом уже выпрямлять их. Все понятно теперь, ладно. Короче, надо было к нему сзади просто подходить, да? Да, и глушить. По-другому не так. Готов. Я вам там тоже цепил. Стрелок! Кажется, он там! Ты нас видишь? Где
куда я бросил слезоточивый газ, ты ёпта! Траектория не получилась. Ой, они там что снизу хуйня. А, ёпта, туда кинул-то. Это не понял. А, он в шлеме, блин, этот чувак. Залезай, блин. Раненый в жопу. Что за фигня, да? Когда не кончится-то? Один, блин, остался. Да. Понял, прикрывай меня. Хорошо, прикрывай. Слушай, давай все-таки опять переиграем. А то ему бонусы лишили. Сейчас будем 2 часа их отстреливать. Так вот, 5 осталось, сказали, да. Да, я уже чисто добьем их. Враг нейтрализован. Все быть тысячком, может быть, где угодно. Вот двое остались, трое. Что-то больше и больше становится постепенно. Да не, нормально все, не так как есть. Все, последний. Все чисто, в деревне сопротивление будет куда жарче. Лучший способ добраться туда через... Ну ладно, ладно. Как обычно. Прошли кое-как. Все через жопу, да? Ну, это был мой косяк. Это был... Там оружие, да? Где? Ну там на радаре вроде показано значок-то это. Не так куда бежать там вроде надо, ну да. Не слышу плеска. Туннели через. Кстати, заметил, никаких фильтров для открывания двери нету. Других вариантов не было. Так что чего фильтров? Синхро открывания двери нету. Просто локация. По локации дальше идем. Меньше риска. Ну да, тут нету. И процесс всегда под контролем. Рад за них, но пора поправить им бизнес-модель. Можно это вот сказать. Чекпоинт. Внимание, парни. Вы ну да. Тут синхро вещи в этих миссиях, они такие необязательные. А вот, и патроны, да. Чтобы можно было одному пройти, если что. Так, надо сразу усыпляющий тогда опять включить. Эй, Джим, тоннель зачищен. Хорошо. Теперь любой, кто вам попадется, враг. Перебейте всех до одного. Невиновных здесь стоп, не будет. Мина. Аккуратней. Да. И что с ней делать? Если мы взорвем, нам шум поднимется. Да, она тут не одна, там чувак с ней выходит. Обходим, что, пошли? Пошли, пошли. Так, подожди, нам куда идти-то? Далеко. Я не вижу вообще маркера. Убить всех надо. А, ну да, в принципе, цели-то определенно нет. Так, наверх. Я, короче, поверху иду, убиваю здесь наверху. Давай, ты справа, я слева. Цель нейтрализована. Есть один. Тихо. О, ты мимо остановился, чуть не взорвался. Так, тут снайпера какие-то. Да, вижу. Ты не выполнил, да? Сейчас устраним снайпера, я думаю. Он смотрит. Давай, в другую сторону. Давай, снайпер снизу чувака, это был, хотя можно сейчас убить. Ой-ой-ой, я дурак. Все. Опа, да что ладно? Такое? Да он не может такой быть, он уже не видел, нет, видел. Кто нас увидел? Меня засекли. Это чувак в шлеме был. Ёлы-палы. Что это? Не расслабляться. Он может где-то прийти. Не так, Рогов, слушай, давай мы лучше передохнем, ладно? Давай. Давай, не дал прогулку.
Вообще лучше бы сразу был гейм-овер, да, когда вот запалился? Был бы интересно. Да, да, так интересно. Не больно-то хочется отстреливаться с ними там. Если уж стелс, так стелс. А это уже начинается, блин. Они в шлем хотели перейти, это плохо. Так, тут мины сейчас аккуратней. Так, ты где там? Ага, вижу, враг пошел. Убит. Опа, да. Он еще один? Откуда взялся? Ты что, бот? Я здесь шел-то в прошлый раз. Что-то я уже забыл. У нас ЧП. Блин, я запоролся! А, нет, тихо. Тихо. Так, отлично. Ладно. Пока повезло, блин. Но не очень осторожно я себя повел. Да вот и я тоже. Нормально пока. Играем. Так, ну-ка давайте посмотрим, кого-нибудь видно еще тут. На эхолокаторе-то. Сейчас мне никого он не показывает. Где-то враг там. Где-то вдали. Там надо вниз спускаться. Не-не-не-не-не-не! Да что, блин! Эх, ну вот бомба исчез. Да потому что меня обнаружили, все. Или запускали. Давай, ладно. Да блин, да? Надеюсь, зрители одобрят то, что мы перезапускаем, а не пытаемся со всеми тут воевать, потому что хочется все-таки сделать стелс прохождение без вот этого вот всего. Это, ну, так сразу это... можно достать пулемет, начать всех месить, зарывать, вот не хочется, да, мы их и проходим либо пантера, либо призрак. Ну тут, в принципе, призрак невозможен, по сути, потому что надо всех устранить. Нам же, мы же не можем мимо них пройти куда-то, у нас такого нет. Да. Так что значит пантера, получается. А штурм нас не интересует. Сейчас опять так аккуратнее надо как-то быть. А, здесь можно спать. Нейтрализовано. Тихо. Спать. Хер у меня опять. О, снайпер появился, кстати, вот они. А, ты убил, все понял. Так, у меня тут, короче, этот, где-то ноутбук сейчас появился. Да, ноутбук появился. Надо попробовать его взять. Где тут враг-то находится? Ух ты, да что такое? Что такое, ну? Не успеваю, блин. Это уже мои гиды критичные. Что там у тебя происходит каждый раз? Просто интересно даже посмотреть, с кем ты там. На одном и том же запарываешься или на разных? А они как-то по-разному тебе ведут чуть-чуть. А это хорошо. И каждый раз я немножко удивляюсь. Ладно, если сейчас не получится, тогда будем всех валить нахрен. Окей. Просто, блин, я только начинаю там ноутбук, короче, подползать. И ты херакс, и все, и ноутбук пропадает. Ты не торопись, главное. Я понял, да. Я вон не тороплюсь никуда. Двоих сейчас вот вырубаю, а дальше уже буду думать, как. Потерялся. Враг нейтрализован. Готов. Ну и так. Пока не разошлись. Блин. Ты что, наверх-то не ползешь, Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Этот враг у нас находится. Ага, одного вижу. Он тут один, что ли?
Наверняка нет. А вот еще один. Тут точно вроде никто не видит. Куда это делся, урод? Где он? Да он делся. Это ты честно вчера? Черт! Блин! Вообще неудачно вышло. Ну все, перезапуск точно тут уже никак не сделаешь. Ну да. Блин, так тупо запалился. Вроде врага внизу не было, поднялся наверх, чтобы другого вырубить, и пиздец он. Сука, а? Ну, а я только-только по-тихому начал. Блин, вообще облом. Ну видишь, теперь я начал косячить. Ну ничего. Там тем более 5 врагов всего оставалось, было написано. Ну да. Ладно, попёрли. Обычно устраняем первого чувака. Сука, вот постоянно. А так его хрен догонишь, если идти очень медленно. Так. Так, отлично, я оглушил, как хотел. Троих. Угу. Круто. Где-то внизу должен быть тип. Чем-то его здесь сейчас нет. Нет. Убери. Так, вот один. Сектор почти зачищен. Их осталось всего 5. Так, а где же здешний чувак? Так, может попробовать лампочку вырубить пока. Так вот, хотя бы сразу не запалят. Так, Леха, пока это осторожней, панику не поднимает, то тут я у меня скоро по максимальному будет. Просто всех укладываю, кого только можно, вот тут нельзя. Чувак у меня встал в стену, смотрит что-то. Подходить к нему, не подходить, блин, или... А ладно. Так. Все, я в свою сторону зачистил. О, Леха! Фу. О, нет, последний остался, последний. Только не запалить. Подожди, давай сейчас ноутбук возьмем. Давай. Может, тебя убьешь, а потом ноутбук возьмешь, не знаю. А что-то у меня на радаре больше врагов. Один остался, вон он, все, последний. Я в ноутбук. Тут камера, камера, блин. А тебя надо трупы заметил, походу. Нет, у меня тут камеры. А, камера. Так, короче, я сейчас последнего устраняю, потом мы будем играть. Или он... Что с этими камерами делать? Грим, кажется, врагов всё, осталось. Тихо. Подтверждаю. Пора поднимать вас на борт. Отлично. Все, 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 забираем ноутбук. А-а-а! Что? Блин! Ну чё за фигня, а? Я думал, сейчас дальше задание будет. Я тоже думал, блин, что... Блин, с ноутбуком хотя... обломались. Хотя бы до двери дойти, я не знаю, тут бабки редко закончилось. Ну хотя бы, да, докуда дойти дали, да, там, до отверстия какого-нибудь. Ну да, 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 до эвакуации. Вот уроды, а. Чё, 159 косарей? А что-то общее. А, 10 тысяч мы заработали, да, получается? Мало. Я заработал. Не какой. 500 тысяч я заработал сейчас на прохождение.
Вот показано 3807 и 4400 у тебя. У меня было 800 тысяч, а у меня 1 300 000. Не знаю, у меня вот показано общий счет 10290. А, но я тут по всякие плюшки еще получал, там рукопашку убить там и так далее. Тихо убить, там же и дает тебе не дает. По 10, по 20, по 50 тысяч. Так, ну что, ладно, на этом тогда завершаем данный кооператив. Оставляйте ваши комментарии, друзья, ставьте лайки, если вам нравится кооперативное прохождение. С вами были Арашна Лидзук и Алексей. До новых встреч! Всем пока!